В конце 17 века здесь, ну, кроме казаков, хотя, опять же говорю, что наверняка и каких-то, может быть, части местных жителей, ничего особо говорится не было, то есть не было каких-то больших существенных построек, не восстанавливались какое-то время, может быть, или были, но не знаю, в каком там виде, говорится, церкви или церковь, в которой наверняка, конечно, не прекращалась никогда, говорится, деятельность, проходили всегда здесь службы, может быть, часовенка, но что-то, короче говоря, здесь в любом случае существовало. Начало 18 века, ну, достаточно у нас мало известное для Ставища, хотя понятно, что Ставище понемножку строилось и возрождалось. Мы уже можем перейти до старосты Мнишека в Любомирск, это Белоцерковском старости, вот, который здесь уже делал постройки, который, кстати, вернул ставищанам статус свободных людей. Он посчитал, что, говорится, Ставище были городом свободным. Об этом у нас, опять же, перепись говорит 1654 года, когда в Ставищах был у нас войт, буртмейстер, писарь и некоторые другие должности, которые говорят о том, что в Ставище было либо, по крайней мере, были признаки либо магдебургского права, либо какого-то другого самоуправления, потому что в Украине было самоуправление не только магдебургским, были и другие виды самоуправления.